Сейчас я стану участником необычного эксперимента. Чудо, удивительный на Петербург. В тот самый момент, когда Петр произнес эпохальное «здесь быть городу», в небе над Заячьим островом появилась птица. Плюс к этому электроэнергия, транспорт, зарплаты сотрудникам. До сих пор создателями Ай! Теперь немного о тех женских руках, в которые петербуржцы передали свой город. Кто будет руководить северной столицей в ближайшие 4 года? По-английски говоря, who is Валентина Матвиенко. Цензура в СМИ. Безобразие полное. Не дадим. Наш флаг увидит из бастионной Петропавловской крепости, из колоннады Исаакиевского собора. Это наш подарок. Это достигается за счет того, что... Ну действительно, сейчас я уже почти, я не испытываю никаких проблем. Мальчик, иди в жопу отсюда! Ранним утром якорная цепь оборвала. Уйди нафиг отсюда! Павильон входа в метро. Отсюда по эскалаторам можно будет попасть. Пошел нахер, хватит отсюда! Не упаюсь. Впереди еще новости спорта и прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Просить счет, до свидания. Другой город, расположенный по соседству с Москвой, уже создал прецедент для российской избирательной системы. Подмосковный Климакс. Климовск остался без представительной власти. Поездка была хоть и короткой, но весьма насыщенной. Но двумя днями это не назовешь. Можно сказать, полтора дня с учетом долгого перелета 9 часов до Кореи. Но вернулись оттуда не с пустыми руками. Собственной прибыли у завода остается всего какая-то Да черт возьми! I'm ready. Какой мне стендап должен рожаться, когда я вижу Овсянчик вот в таком виде? Здесь Павел принимал парады гарнизона, вымуштрованного молодым Арачеевым. После пожара... Аня, он уносит лестницу. Санкт-Петербург встретил Владимира Путина дождем и листопадом. В шествии приняли участие родственники без вести пропавших воинов. И огурцы, выращенные по уникальной технологии. Каждое растение находится в отдельном мешочке с грунтом. Об этих и других событиях «Вести Урал» расскажут в ближайшем выпуске. Спасибо, Мстислав. Мстислав Закаров, «Вести Урал», простите. Ну и мы на этом с вами прощаемся до завтра. С вами были Татьяна Александровна. И Михаил Антонов. Всего доброго. До встречи.